Всем привет! Хочу рассказать, как пройти спонсора Sale High Performance в игре Grid Legends. Первое условие – открыть самый высокий уровень улучшений для Ford Mustang Fastback 1976 года. Проще всего это сделать в конструкторе гонок. Создаете кольцевую гонку. Выбираете Ford Mustang Fastback 1976 года. Выбираете трассу Индианаполис, овал. Там надо проехать 59 километров. Индианаполис 4.09. Делите 56 или 59 на 4.09. И у вас получится, сколько кругов вам надо проехать, чтобы открыть третье улучшение. Проезжаете, открываете это улучшение, выполняете условия спонсора. Второе условие. Проезд через ворота ускорения в Майами. Делается также в конструкторе гонок. Ставите кольцевую гонку. Ставите ускорение ворот. Это все делается на электромашинах, если они у вас недоступны. Проходите карьеру, открываете. Открываете их, покупаете. Далее также ставите кольцевую гонку. За один круг вы будете проезжать по двое ворот. Если вам надо проехать там 30, там 40, вам надо будет проехать, ну, сами понимаете, 30 ворот, 15 кругов. Одни ворота считаются, когда вы проезжаете две створки, не одну, а две подряд. Это одни ворота. Третье условие. Самый быстрый круг на маслкарах. Но это можно выполнить легко в режиме карьеры полупрофессионал тюнер масл кары. Или также в конструкторе гонок. Создаете гонку, настраиваете и делаете самый быстрый круг на масл карах, также в Индианаполисе. И выполняете условия. Всем, кому помог, всем спасибо, всем пока.